Центр столиці не перший тиждень перекритий через зебр. Комунальники працюють над поверненням наземних пішохідних переходів. А от жителі менш престижних районів вимушені самі малювати зебру, аби перейти дорогу. Як змусити чиновників облаштовувати перехід? Абзац у Києві. На этом жутком перекрестке сотни детей каждый день рискуют не дойти до школы. Здесь целый день движения. Жители соседних домов обращались во все возможные инстанции. Просили элементарного организовать нормальный пешеходный переход. Много детей щодня идут по этому пешеходному переходу. Звернулися до забудовників, звернулися в милицию, звернулися в КМДА. Но, на жаль, реакция была такая не совсем... Належно. Их долго кормили завтраками. В итоге, доведенные до отчаяния пешеходы психанули и сами нарисовали зебру. Люди, когда малюють зебру, это уже вечер, потому что ну, не реагируют, как бы, на жаль. А разметка на этом, казалось бы, маленьком безобидном участке просто необходима. Я на себе проверил, насколько опасен этот участок дороги. О, спасибо. Третья машина среагировала. Классно тут переходить. Они тупо меня игнорируют. Игнорируют не только меня. Елена со своей внучкой каждый день перебежками добираются к садику. Вот вы сейчас видели, мы дорогу переходили. Машина остановилась? Нет. Даже на зебре не остановилась. Это самодельная зебра, хоть какое-то спасение для местных. То, что творилось до, вообще ни в какие ворота не лезло. А ехала машина по встречке, я успела отпрыгнуть, и она проехала. Была уже тогда полоса такая? Пешеходного перехода да. Не было. Мы уже писали, когда были выборы. Вот эти садик наш, школа, вот этот детский сад, эти все дома. Мы все писали, Кличко, специально в подписи было очень много. Здесь нужен переход. Может быть, их обращений просто не увидели? Я устроил долгожданную встречу и заставил непосредственное руководство Київдорсервіса разобраться, наконец, с тем, что здесь творится, и сделать нормальную пешеходную разметку. То, что здесь происходит сегодня, это кошмар. У вас какое-то видение есть? Случайно, давайте да. Начнем с простого. Повесь, что мы как минимум покладем лежащих полицейских. Что мы это сделали. О, чудо! Неужели здесь, кроме гостовской зебры, еще и лежачие полицейские появятся? Конечно, начались разговоры о бюджетных деньгах и о том, как их мало. Вы меня сейчас поймали на слове. Вы не обещайте, давайте сделаем. Да? Ну, давайте вместе сделаем. Давайте. Домовились. Давайте, они уже скинулись на дорогу. Мы уже заплатили. Не-не-не. Мы будем скинуться и на полицейских. Давайте, не надо никуда скидаться. Не надо никуда не скидаться. То есть хватит бюджетных денег? Нет. Нет, молодой человек. Мы договорились, а мы сделаем. Не провоцируйте меня. Я хочу понять, есть эти деньги. Через неделю приедем, посмотрим. Окей. Домовлюсь. Спасибо. Нам пообещали решить проблему за неделю. Но хватит ли этого времени коммунальщикам, чтобы организовать простой и, главное, безопасный переход? Ну, собственно, прошла обещанная неделя. Вы думаете, тут что-нибудь изменилось? Честно говоря, я очень сомневался. Но... О, боже! Кто это лежит? Это ж полицейский! А как аккуратненько переезжают. Жалко машинку. Полицейский положили, видели вы? Видели. Изменилось что-то с этим? Изменилось. Не ездят быстро. Правда? Серьезно. Местные не нарадуются. Наконец-то, после десятков просьб, их все-таки услышали. Положили? Да. Положили, как хотели? Да, добрый день, дякуем за допомогу. Ну, расскажите впечатление. Ну, как, вчера приехали и сделали. Вот, бачите, уже машина трошки зупиняется. Так что, сподіваємося, теперь будет ситуация набагато краще. Если на вашей улице тоже проблемный переход, внимание! Если другие люди понимают, что на их зебре не реагируют водители, как они могут тоже себе поставить такие полицейские? Непосредственно обращаются в наше коммунальное предприятие «Київдорсервіс», где разрабатывается схема организации дорожного движения нашими инженерами. И выясняется необходимость установки данного средства. А, то есть куда попало вы еще не поставите? Нет, естественно, нет. Или обращайтесь ко мне. К сожалению, украинским коммунальщикам часто нужен волшебный подсказка. Уже не страшно переходить улицу? Нет.